Я удивляюсь, почему с той стороны пропагандисты это не говорят об участии Америки. Вот она разжигает, так Америка всего лишь навсего выполняет обязательства, взятые ею на сохранение независимости и территориальной целостности Украины. Все забыли Будапештский меморандум, когда в 1994 году, 5 декабря, Россия, Великобритания и Соединенные Штаты взяли на себя обязательство, что Украина сдает свое ядерное оружие, а мы берем на себя обязательство в случае военной агрессии против Украины, а также угрозы военного вторжения на Украину, мы берем на себя обязательство защищать целостность и территориальную независимость Украины. И Америка всего лишь навсего, в отличие от нас, позорных, выполняет условия международного договора. Это к вопросу о том, что с той стороны Америка. И я не знаю, почему Америка не выставит вот этот меморандум, который позволяет ей более активно участвовать в защите интересов Украины. Потому что они взяли на себя, еще раз говорю, в 1994 году это плата за разоружение Украины, когда Украина добровольно лишилась ядерного оружия. И я бы посмотрел на желающих сегодня оттяпывать у Украины кусок земли или куски земли, рвать Украину, если бы она сохранила у себя в арсенале ядерное оружие.